Находимся на улице Электрозаводская. Съемочку начинаем со второго Электрозаводского переулка. Сзади у нас остается деловой центр Лефорт. А двигаться будем в направлении Большой Семеновской, площади Журавлева и Электрозаводская. Вот это, например, проходная. Там и дальние, если смотреть от метро. Насколько мне известно, это еще территория используется аренду различным организациям, причем как так и развлекательным различным площадкам. Влево у нас первый Электрозаводский переулок.